И всем доброго времени суток, уважаемые. Сейчас мы с вами будем ходить по очень интересным закусочным. Ну, по крайней мере, на это рассчитываю. Так, один раз потаксовать, один раз поесть, ну и, в принципе, в какое-нибудь заведение заскочить. Смайлбургер. Значит, идем туда, куда мне идти. А, я прямо рядом с ним стою. Хорошо. Завершаем КП, чтобы спокойно чуть прокачиваться. А затем еще, ну, развиваться. Потому что четвертую ветвь надо докачать. Значит, это и вот это. О, идеально! Это я должен получить одно очко за выполнение. Ага. Теперь мне нужно получить урон и что-то взять с собой. И что-то съесть на месте. У меня из еды ничего нет, блин, обратно возвращаться. А! Вернись! Дамочка, здравствуйте, я заберу вашу еду с собой. А давайте все возьмем. Вот это вот. Пойдет. Спасибо большое. До свидания. Всего хорошего. Пора бы уже идти. Чтобы вы понимали, насколько долго сейчас ходить по свободной игре. У меня 26 из 48. То есть у меня еще и половина не прокачана. А я планирую закончить игру только уже когда вся эта ветвь закончится. А до этого мне придется потратить очень много нервных клеток. И денег. Потому что лекарства, блин. Их если покупать много, то они довольно дорого выходят. Так. О! Ну хорошо. Мне нужно получить немного урона, чтобы поесть. Да кто-нибудь меня ударит или нет, а? Сюда идите. Как-то это странно. А, ладно. Пусть вырвется и разок ударит. Так, а вот ты сейчас уже конкретно обнаглел, парень. Я тебе позволил один раз, а ты два. Негоже так себя вести с кормящей рукой. Так, отлично, мы поели. Теперь пойти взять такси. И съездить куда-нибудь. А я знаю, кто заплатит за мои лекарства в следующий раз. Ты и твоя наглая рожа. Вперед. Обалденно. Вали отсюда. О, я начинаю понемногу понимать, как этот прием использовать. Он все равно очень тяжелый. Стоп. Колизей, точно, мне еще в Колизее надо дофига биться. Как неприятно. Так. Доедем до сюда. Затем вернемся и посмотрим, на что очки уже можно потратить. Ага, отлично. За всю игру воспользовался такси 4 раза. И то один раз, чтобы подраться с Маджимой. Фью. Но хоть цены не меняются с годами, на этом спасибо. А еще стабильность держит качество моих видео. Ладно, шутка плохая, конечно. Но тем не менее. Так. На что их можно обменять? А, повязка дракона. А. Я подумаю, на что это обменять. Ну а пока скоро увидимся, ребят. Всего хорошего. Не скучайте. Пока.